В Тверском медицинском колледже для студентов прошел час главного врача. В формате диалога будущим медикам рассказали о работе Тверской станции скорой медицинской помощи. Подробности у Натальи Чекет. О работе станции ребятам рассказывал главный врач учреждения Константин Маслов. Однако лекция началась нестандартно, а с небольшой проверки знаний. В режиме онлайн с помощью мобильных телефонов студенты ответили на вопросы из области знаний и написали, какие слова у них ассоциируются с медицинской службой. Чаще всего это помощь, скорость и спасение. Также подобная лекция – это возможность для студентов встретиться со своим будущим работодателем и задать все интересующие вопросы. Современная медицинская организация понимает, что без персонального внимания руководителей организации к своим будущим работникам, к будущим специалистам, которые сегодня еще являются студентами образовательной организации, а уже завтра сядут на бригаду скорой медицинской помощи или будут работать в первичном звене в поликлинике. Самыми частыми вопросами, которые задают будущие медики во время таких встреч, это финансовое обеспечение, второй по популярности – это обеспечение жильем и материально-техническое оснащение. Конечно, молодежь, она хочет работать на современном оборудовании, на современной технике, на новых автомобилях скорой медицинской помощи, в новой информационной системе с планшетными компьютерами, у аппаратами теле-ЭКГ, поэтому их это, конечно же, интересует. По окончании лекции все студенты могли посмотреть устройство реанимобиля, а бригада интенсивной терапии провела мастер-класс по оказанию первичной сердечно-легочной реанимации.